Сейфную Иорданскую. В металле заканчиваются работы. Завтра будет заливка. Вот такой вот ящичек. Наружный лист пятерочка. Тут насверленное отверстие. Оно все заклепками будет провариваться. Вот тут сплошные швы будут проварены. Вот так вот внутри у нас получается. С петлевой стороны 4 противосъема. Крепление 2 в пол, 2 в боковую стенку. Второе из-за тени не видно. На ампера и заглушки будут пластиковые закрыты. Две полочки будут. Стенка то же самое. Наружный лист пятерка. Толщина бетона 6 сантиметров. Везде. Зазорчики. Зазорчики минимальнейшие. Вообще минимальнейшие. Вот эта стенка 4 сантиметра, она утончена. И стенка, и пол тоже самое, 4 сантиметра. Уменьшены. По конструкции получается так. Весь он вот таким вот образом. Идет внутренняя кожушка, наружная кожушка. И все оно через вот такие вот отверстия и вот такие уголки стягивается внутреннее и наружное. А это все заливается бетоном. И задняя крышечка потом ставится и все обваривается. Вот такие вот работы. Вот такое состояние сейчас находится сейфер. Зазоры тут микро. Вот здесь будет расположена ригельная система. Уже одна вкаленная пластина за этим листом расположена. Она будет залита бетоном. И тут будет идти еще одна вкаленная пластина. Всего 12 мм вкаленного металла. Наружная стенка у сейфа 5 мм. Внутренняя 3 мм. И между ними 6 сантиметров бетона.